почему-то не считается. А, все считается. Все сегодня плохо работают. Ничего, в принципе, особенно. Совсем. Так, тут голова медузы Горгоны. И нифига, она не близко. Царь Минос, царь Реал и царь Петера достойно отправиться в призму.
обратно. У нас такие туда нужно было. Хотя тут что-то есть еще. Есть варик туда свалить, есть варик обратно идти. Отец? Каллиопа. О. Ты не моя дочь. Нет. Но я знаю, кто ты. Ты знаешь меня? Они сказали, ты придешь. Играешь в игрушки на нас. Не прячься, Аид. Опять твои фокусы? Как обычно, спартанец. Ты жестоко ошибаешься. Выходи, трус! Не горячись, Кратос. Успокойся. Мы с тобой еще поиграем очень скоро. Так, вот здесь какая-то цепочка, если на нее можно, наверное, запрыгнуть. Записка, нацарапанная стерзанной душой, естественно. Я была в ответе за него, я должна была воспитать его, объяснить, что есть добро и зло. Все, кто оказывается рядом с ним, видят лишь страдания и смерть. Его жена, его дитя, его брат и теперь и я. Я подвела его, как мать, как человек. Все его грехи на мне. Накажите меня за то, что он совершил, и даруйте ему прощение. Мог спасти меня, моя жизнь была бы его.
руке, и он выпустил ее. Я был всего лишь капитаном корабля, но он обращался со мной как с последним человеком. Он виноват в моих мучениях. Надеюсь, он тоже страдает. Видим, будто проклят призрак Спарты. Удерживаю L2. Отпустите. Воздушный подъем. Аэротруба. Скорее всего, куда-то нужно будет поставить. Ой, чё, тварь? Вот не подумал. Просто зря это сундучок. Этой бомбы тут для чего она тут? Сейчас сдохну.
сюда ее спущу. Ну, зачем? Может, вниз ее столкнуть можно? Сейчас попробуем. Посмотреть на что можно сделать с этими бочками. Смерч Хаус, L1 и Квадрат. Смерч Хауса в воздухе, также L1 и Квадрат. Новый счетчик золотого руна Таран Арго парирован. С L1 нажмите Квадрат. Мало что понятно.
Ну, я, короче, хочу. Пощади меня, клянусь тебе, я дорого заплатил. Успокойся, бог-кузнец. Призрак Спарты? Это ты. Ну и ну. Я думал, Зевс уже убил тебя. А я думал, ты уже вышел из этой пещеры. Зевс заточил меня здесь, но именно ты виновник моих мучений. Я ничего не сделал тебе, Гефест. Мне нужен лишь один бог Олимпа. Да, если на нем ты и правда остановишься. Я ищу пламя Олимпа. Ты слышал о нем? Зачем оно тебе, спартанец? Зачем? Не твоего ума дело. Говори, знаешь ли ты о нем? Все дети Олимпа знают о нем. Все мы почитаем его силу. Оно коварно, не дай ему обмануть себя. Ни богу, ни смертному не дано к нему прикоснуться. Я должен найти его.
Кто способен найти выход из царства Аида, тот без труда сможет отыскать и пламя Олимпа. Ты очень помог мне, Гефест. Горгоны. Хорошо. Нет, туда мы пока не пойдем. Может, наверное, есть еще с той стороны. Семь. Так, она открылась. А для чего? Для чего ж она открылась? Вернулся к этим. Ладно, давай попробуем здесь, что у нас тут получится. Там как-то дальше. Непонятное. Значит, тут что-то, наверное, должно быть еще. Что-то не просто так все. Ну, вот тут что-то висит. Там не просто. Так, он этот убрал пик, который здесь торчал. Посмотрим, что здесь за дверьми. Так, все-таки я был на полном пути, когда пошел обратно. Я тут понимаю. Сохраняется. Да.
предотвращать. Ну, скорее всего. Ну, да, все-таки лучше сами стрелки. Я понял. Странные кольца. Возможно, должны были тут шипы быть. Кратос? Откуда ты знаешь меня? Ты призрак Спарты. Все знают о тебе. И все тебя боятся. У них есть на то причины. Я не боюсь тебя. Это хорошо, что не боишься, дитя. Страх — тяжелая ноша. Я уже не дитя, Кратос. Мне безразлично, кто ты. Мне нет до тебя никакого дела. Кратос, прошу, освободи меня. Стремление к свободе так же нелегкая ноша. Я не могу помочь тебе. Клинок Олим, пусть ваши враги почувствуют вкус стали, которая завершила великую войну. Меч Олимпа снова в твоих руках. Пусть гнев Спарты ведет твой меч. Типа как супер мега мощный. Да, что не положил. Падаешь-то.
нашел в тебе, Зевс. Ты искусный воин. Куда мы вернулись или куда вновь пошли? Привет тебе, спарталец! Входи! Чувствуй себя как дома! На этот раз тебе не уйти отсюда! Ну, тут видишь, как будет сейчас задачка. Сохранение, там какие-то колеса стоят. Шлотка открывается. Здесь не на время. А вот она и закрывается. Как-то слишком мало, по-моему, времени, конечно. Как-то так можно быстро забраться. Ладно.
7 тысяч накопили. А, не туда. Через другую кнопку. Вот здесь должно быть улучшение. Увеличитель урона. Доблесть Геракла. Ярость Гипериона. Ярость Афины. Уклонение. Войско Спарты. Что-то, короче, дофига всякой ерунды. Так, лук нужно маленько улучшить. Следующий мой будет улучшен. Тут больше походу нет еще. Это типа вот с той фигурки я должен туда запрыгнуть. Либо оно нужно держать, вот то кольцо, потому что это не допрыгивание. Сейчас заценим. Да, ну вроде зафиксировалось. Угу. Теперь осталось подумать, как туда добраться. Так, по дереву поэтому. Да? Все оказалось гораздо проще. Кратос, пусть гнев Спарты придаст тебе сил. Спасибо. Да, отлично. Давай посмотрим. Ну,
Но теперь ты заплатишь мне за все сотворенные тобой беды. На пьедестале начертаны строки. Здесь лежит Персефона, царица подземного мира и супруга Аида. Окей. Так, а мне было этого для чего? Такое интересное, как это было с той стороны. Так, здесь лестница есть. Но, скорее всего, больше секрет, чем что-то еще. Ага. Тут, наверное, еще третий пару Феникса. Тоже надо. Жертва принят. Завершение ночи. Но уж, конечно, здоровье лучше. Ну, ладно. Чего уж тут. Крутить дальше. Так. Что у нас там? Да погодите, блин. Тут что-то должно быть. Так, и чё? Чё тут? Колесо, скорее всего, могу отцеплять какого. Открыть его и снова заковать. Thank you.
4. Скорее всего, нужно проделать, естественно, то же самое, но и с той стороны. Синий сундук. Потом было еще раз повернуть и потом приподниматься. Тупенький чуть-чуть. Нужно что-то поставить, чтобы она вторая рука не открылась. Либо что-то вообще не все-таки, скорее всего, да, потому что здесь есть лифт, который идет нам на первый этаж, и там, я не знаю, я не да, там же был. Вот где-то прям, вот он. Мы тогда сначала, блин, нужно левую руку сначала зажать, чтобы оно не открылось.
Вот так. Ага. Теперь она не откроется. Теперь нужно вторую руку. Да, да, теперь ты уже понял. Спасибо. Поставь на момент, что ты будешь делать.
Ужасные крючья принадлежали самому Аиду и дают вам власть над душами. Хорошо. Аида, вы получили душу Аида. Теперь вы можете переплыть в реку Стикс. Корабль. Thank you.
почему-то в той стороне. Шлем Аида. Сокровище Аида. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Опять Аида, который не будет сейчас воспользоваться. Кратос! Невозможно! Неужели Аид больше не правит в царстве мертвых? Бог подземного мира убит. Убит? Ха! Аид заслужил кару, но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самонадеянны. Интересно, я это запомню, спартанец. Тебе нужна душа Бога, чтобы открыть врата Гипериона, Кратос. Никто не открывал их много столетий, они, видно, сломаны. Я так давно не видел прекрасную. Знаешь, Кратос, я не всегда был таким жестоким. Когда-то я был самым уважаемым мастером на всем Олимпе. Зевс отдал мне в жены прекрасную Афродиту. Моя мать Гера гордилась моим талантом. Но когда ты убил Ареса, вся моя жизнь покатилась под откос. Тогда Зевс стал жестокосердым извергом. Самое ужасное... Он забрал у меня мою дочь, Пандору. Смысл моей жизни... Мои дни проходят в попытках воссоздать ее. Но не могу, никак не могу. Она жива, спартанец. Я чувствую. Ты. Ты, Кратос. Ты можешь вернуть мне ее. Твоя дочь не моя забота. Но ты ведь можешь меня понять. Когда-то и ты был отцом. Сегодня хватит, я думаю.
то, что сегодня все уходит. Спасибо всем, кто смотрел меня. Все, пока. Завтра еще включусь.